причем частичного сложения назначенных наказаний. Назначить Кривякову окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения. В соответствии со статьей 75.1 УИК РФ направить Кривякову для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии поселения с самостоятельным следованием за счет государства к месту отбывания наказания в колонии поселения. Срок наказания исчисляется от дня прибытия осужденного в колонии поселения за честь время следования Кривякова место отбывания наказания в соответствии с предписанием срок лишения свободы за счет один день за один день.